В Евпатории центр имени Даля на равных условиях объединил аспирантов, студентов и представителей магистратуры. Более 280 участников ежегодной конференции «Молодая наука» обменялись опытом и заслужили доклады коллег. Участников поделили на группы в соответствии с тематикой их исследований – экономического и гуманитарного направлений. Обсудили роль образовательной программы, информатизацию современного общества, а также экономические аспекты развития. Благодаря поддержке Министерства образования Крыма такие мероприятия позволяют молодым специалистам заявить о себе и быть услышанными. Конференция служит платформой для молодых ученых и для студентов, для того, чтобы они могли представить результаты своих исследований. Именно междисциплинарная конференция, что очень важно в современном информатизированном сообществе.